30 глав АСТ продолжаются. Это серия встреч с писателями и знаковыми авторами издательства, приуроченная к 30-летнему юбилею АСТ. И сегодня у нас в гостях писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Спасибо, здравствуйте. что к нам присоединились. Да, я тоже очень рад. Давайте начнем разговор с вашей последней книги «Полола» или «Как я путешествовал». Как я понимаю, это сборник небольших текстов, объединенных темой путешествия, тексты разных лет. Причем mm -hmm. я так полистал, первый текст я нашел 1991 год. Поэтому у меня первый вопрос, а почему только сейчас тогда вышла эта книжка? Вверх, она ну, уже, слава богу, не последняя, вышли еще две с тех пор. Короче, предполагалось, что я поеду в самое главное путешествие своей жизни, о котором я мечтал и страшно к нему готовился. Я поеду на Самуа и в последнюю октябрьскую луну, что звучит безумно романтично, зайду в океан и поем полола легендарных червей, которые почему-то, вся наука гадает почему, именно в этот день всплывают на поверхности океана, и туземцы раз в день, то есть раз в год наедаются, все аполисцирует море, и я представил себе, я видел съемки оттуда, все население острова выходит по пояс в воду, всплывают эти такие макаронины бледные, безумно вкусные, и к тому же имеющие, говорят, психоделический эффект, и все жрут. И мне ужасно захотелось туда поехать, а потом мы прикинули по деньгам с женой. И как-то оказалось, что мы не окупим это путешествие никак. Потому что нет глянцевого журнала, который заказал бы мне об этом разворот, нет издательства, которое спонсировало бы эту поездку. И мы решили пока э, издать книжку и посмотреть. Если она продастся, и у меня будут деньги, я поеду и этот пололо наконец осуществлю». Ну, тут пандемия случилась, все отложилось. Но я не теряю надежды. Правда, мне рассказали понимающие люди, что вкус этого полола один в один тресковая икра. И, ну, если слегка ее разбавить рассолом, то есть океан, можно достичь того же эффекта, включая даже психоделические какие-то чувства. Поэтому, если я на будущий год осенью эту книгу вторым изданием продам, и мне не надоест, и как бы у меня не погаснет интерес к этому делу, я поеду и честно напишу. Потому что Палула по это скорее краудфандинговский проект. Но это будет тогда книга про одно путешествие, потому что здесь то разные страны. Это одно путешествие, потому что, это, ну, это, во-первых, этот процесс занимает две недели. Надо лететь туда через э, три перевалочных пункта. Надо там знакомиться с туземцами, изучать их быт. Потом сама эта ночь безумная в последнюю октябрьскую луну — заслуживает подробного описания. Это будет книга одного путешествия. Но поскольку пока я не могу себе этого позволить, я вот сейчас я обращаюсь ко всем читателям. Если вы хотите узнать, как это бывает, когда всплывает да, эта вся аполисцирующая дрянь, то вы, конечно, купите эту книгу. Ну, а если вам все равно, правда, ее одно издание уже распродано, но это не страшно. Я с удовольствием э, возьму и вторую половину, и после Полола заеду еще в Австралию и напишу всю правду о своих отношениях с вамбатами. Отличный план. Отличный план, вот видите, mm -hmm. только вы можете на самом деле... Вы, вот именно вы, конкретно вы, именно от вас зависит, поеду ли я в Австралию. Ну и, конечно, от границ, если их откроют. Они да. уже открыты, да, факт. Ну, конечно, они во все страны. И, да, факт, открыт Не надо, пожалуйста, вот этим отговариваться не надо. На будущий год, если не будет еще одного ковида, совершенно точно я поеду. Отлично, поймали вас на слове. на слове. Смотрите, здесь описываются ваши путешествия в страны Европы, Северной и Южной Америки. Да. Какое место больше всего запомнилось? Перу, Перу, безусловно. Почему? Потому что, видите ли, эта страна дважды захваченная. Она пропустила через себя инков, которые, по мнению Шфаревича, были таким вариантом Советского Союза. И инкская империя оставила на них очень серьезные следы. И проникло и в их мифологию, и в их менталитет. Но это были угнетатели. Потом пришли испанцы, которые были угнетателями еще более циничными. И вот это, как раз, вот в фильме на Апокалипсис отображен именно этот момент, когда человека приговорили инки а спасают испанцы, но он понимает, что испанцы хуже. И меня, вот это феномен двух волн, прошедших через куриное население, через Кетчуа, и, по сути, его не затронувших, это для меня очень важно. Они живут как бы вне истории. Через них катятся, как через, мол, эти две волны инки были не столько завоеватели, сколько цивилизаторы. Испанцы – это чистые эксплуататоры. И вот как на них отложилось. Испанское христианство, инкское верование очень сложное. И Мачу-Пикчу для меня самая, наверное, такая важная точка на Земле, потому что можно прикоснуться как-то к этой инкской таинственной, величественной, очень страшной и абсолютно гениальной цивилизации, очень похожей на советскую. И, кстати, именно в Мачу-Пикчу мне пришла идея истребителя, потому что я понял, что как бы мы ни относились к насилию инков, к жестокости инков, к страшной иерархии инков, но высшая точка в мезоамериканской цивилизации – это империя инков. Высшая точка. И вот как советская история – это высшая точка империи российской. Может быть, плохой, но высшая. Да? И вот, вот последняя фраза этой книги, да, но все-таки я летал очень высоко, она пришла мне в Мачу-Пикчу. И там я весь ее план увидел абсолютно ясно. Ну, про будущую книгу мы еще чуть позднее поговорим. Конечно, поговорим Пока но... э, про Полола. А какая страна, наоборот, вас разочаровала или не оправдала ваши ожидания? Россия. Но ну, ничего не поделаешь. <с я <с очень ее <с> люблю. И понимаете, когда родня ошибается, она все равно родня. Россия меня очень много раз разочаровала за последние 53 года. Но ничего не поделаешь, и я никуда не уеду. При этом, вот опять-таки, полистал книжку, и там были такие слова, по-моему, на 91-й что ли странице, что вы, вы были... Вы внимательно читали, это очень хорошо вас характеризует. Ну, я всегда стараюсь да. внимательно подходить к контролю. Меня, меня, остальных не обязательно. Хорошо. И что там? Так вот, смотрите, я бывал четырежды, три раза в Сибири и один раз на Кубе. В Сибири лучше. На Енисеи, да. На Енисеи я бывал действительно, но дело в том, что пребывание на Енисея на Кубе, на девочке, которую звали Енисей, ну, рядом с девушкой, которую звали Енисей, оно обернулось для меня действительно рядом таких веселых неожиданностей. Енисей я любил больше и люблю. И я очень люблю есть в Красноярске. Конечно, если говорить серьезно, то из всех стран, которые прошли через опыт социализма, включая Кубу, Россия вышла из этого наиболее достойно, с наибольшими потерями, но и наиболее достойно. Она все-таки себя среди этого умудрилась не потерять. Поэтому, как не относись к России, это самая интересная страна мира. Другое дело, что, ну да, она меня часто разочаровывает, но я, с другой стороны, понимаете, не особенно ведь и был очарован. Поэтому мне интересно, и я намерен вот конкретную сейчасшнюю коллизию России, я намерен досмотреть здесь. Никуда не денусь. И не уеду, я буду смотреть здесь, чем разрешится. И как думаете, долго Нынешняя придется ждать? Невыносимая ситуация. Нет, недолго. Зачем мне дуть, я знаю. Нет, недолго. И после этого сразу пойдет прекрасное будущее, после которого Россия опять так удивит мир, что, ну, я не знаю, ну просто отдохнут все величайшие наши действия. Мне кажется, всегда говорят про прекрасное будущее, и никогда оно не наступает. Говорят про это всегда, говорил еще и... Герцен. Да да, и... да, да, все да. говорят, но иногда наступает. Иногда да? наступает. То есть оно наступает ненадолго, оно очень быстро отступает всегда, но на какой-то момент оно приходит. Не волнуйтесь, мы увидим а, крах всего нынешнего абсурда и торжество здравого смысла. Другое дело, как долго здравый смысл удержит бразды. Этого долго не бывает. Да, удовольствие всегда недолго. Сибирь все-таки, чем она вас привлекла? Вы сказали и Енисей, и Красноярск. Что это, природа? Ну, видите, Люди? нет, характер, это же все-таки такая русский Запад. Хотя это абсолютный восток географически, ментально это Запад. А вот когда называешь Сибирь русским Западом, имеешь в виду, прежде всего, Калифорнию. Это, понимаете, действительно фронтиры, это действительно земли, которые по мере их освоения заселяются все более отвязанными пассионариями, типа Ермака. И действительно, первопроходцы, которые шли в Штатах на Запад, в России шли все дальше на восток, к Тихому океану. И пока Россия не уперлась в океаны, это бегство от центральной власти продолжалось. Это именно бегство пассионариев от центральной власти. Я согласен с Алексеем Ивановым, что на этом пути она, да, действительно захватывала целые цивилизации, и, конечно, «Сердце Пармы» для меня важная книга, потому что мне жалко просто эти цивилизации, которые поглощаются Россией. Ну, а с другой стороны, ведь это же вечная участь э, освоения... Да, не скажу побежденных, но освоенных, потому что это не всегда была победа. Россия же абсорбирует, а это точно то же самое было с Советским Союзом. Это была и колонизация, и цивилизация, и освоение. И вот то, как русский этнос, вбирая все это, скрещиваясь, катился, да, получилась удивительная порода, которая состоит из коренного населения русских, китайцев. Вот какая-то удивительная космополитическая смесь. И я впервые увидел сибирский характер, когда приехал в 1985 году в Новосибирск на научное чтение, и меня поразило вот это сочетание самостоятельности, доброжелательности, решительности, интеллекта, внутренней свободы колоссальной, и главное, там вот что бы со мной ни случилось, там это было людям не все равно. Там могли накормить голодного, утешить грустного, там как-то сразу мы вовлекались в какие-то полемики в этом университете. То есть это очень открытый характер, при всей его некоторой тугости, да, неподатливости. И для меня, конечно, Сибирь была самым счастливым опытом, не говоря о том, что я все-таки 20 лет был женат на Сибирячке, и, надо сказать, это было совсем неплохое время. Мы остались в очень хороших отношениях. Да, и сын у меня как-то так уродился абсолютно человеком именно сибирского характера, с этим тихим упрямством, которое я так люблю. Полола, 18 плюс. Это не я виноват. Моя бы я бы написал 6 плюс. Но там есть несколько выражений. Ну один... а зачем? это не я. Это вопрос КСТ. Несколько выражений, один эротический эпизод. Выражение я мог бы смягчить, эпизод смягчить нельзя, но дети в наше время все знают. Поэтому это книга, которую я смело могу рекомендовать матерям и юношам, то, как у Куприна, совершенно не возражаю. Ничего 18 плюсного там нет. Может быть, кому-то кажется, что это э, как бы привлечет к книге дополнительное внимание, что там содержится что-то неприличное. Ничего неприличного там не содержит. А вообще, как относитесь к этой маркировке? Я имею в виду в целом, то, что 18 плюс я как-то купил Есенина, он был запечатан потому что стоял на обложке знак 18+. Ну как, мне сегодня хочется очень из окошка луну обоссать. Некоторые знают из Есенина только хулигает, эти да. строчки, только эти. Да. А ну, я даже начало знаю. Я тоже не каждый знаю. Спокойной петь. ночи, спокойной ночи. Нет, нет, не каждому умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Ну это мы все знаем эти стихи, слава тебе, Господи. Но это, кстати, неплохое стихотворение. Я просто к тому, что, может быть, кому-то кажется, что дети традиционно чуткие к запретным плодам, э, с особенной яростью набросится на книгу, на которой написано 18+. Я уж против такой тактики ничего не имею. Хорошо, идем от противного. Сейчас очень популярны телевизионные путешествия. Ну, точнее, как популярны? Есть, когда говорим про путешествия, вспоминается Ургант, Познер, вот они объехали несколько стран, есть фильмы, есть книги. Как вы относитесь к формату телевизионных путешествий? Знаете, это формат довольно лицемерный, довольно такой фарисейский, когда в 70-е годы, я хорошо их помню, вся страна кинопутешествовала, значит, с Сенкевичем, клуб кинопутешествий, потому что реальных путешествий не было. Сенкевич путешествовал один за 250 миллионов. И я, поскольку я дважды брал у него интервью, у нас были, в общем, неплохие отношения, он я знаю все слухи, которые о нем ходят о том, что он был там главный мафиози все, но я к нему относился там доверенное лицо Хасбулатова, но когда он начинал разговор, разговаривать про хиердал, это все отлетало. Он действительно был человек так сказать, ну опытный в этой части, и он любил путешествовать. Для него это было манией своего. Он говорил, я прекрасно понимал двусмысленность своего положения. Советский Союз это наглухо закрытая страна, и я один за миллионы людей езжу на этой, значит, яхте. Да? Поэтому я старался все-таки больше путешествовать по безлюдным местностям, чтобы поменьше было всякого Нью-Йорка там, да, а вот показывать это. Мне очень нравилась эта программа, я ее любил даже однажды написал туда письмо в 12 лет, попросил показать мне очень мною любимый Крым. Ну, они, наверное, и без меня бы его показали. Вот, а сегодня ситуация другая. Поэтому еще пока другая. Поэтому, значит, человек, желающий кинопутешествовать или телепутешествовать, должен выбирать, наоборот, самые экзотические места. Если тогда это было неизбежной данностью, то сегодня это результат вашего личного выбора. Я думаю, что показывать как раз самые глухие, далекие от цивилизации закоулки, вот это сегодня задача. Потому что Нью-Йорк они сами могут посмотреть. Моя бы воля, если бы я был путешественником, я бы, конечно, посещал Латинскую Америку. Потому что это для меня страна самой перспективной литературы и самых удивительных наслоений мифологии. А на само вот так с камеры бы отправились? Этих червяков полола бы на камеру съели? На само съедим, конечно. А само... Нет, но у меня есть оператор, чего же я не пою. Я большая часть этих путешествий, она была с Максимом Бурлаком, который за это время освоил не только фото, а и видео. И, конечно, если бы вот вы купили бы сейчас эту книгу, то я, конечно, взял бы Бурлака. Потому что Бурлак — это уникальный спутник путешествий, он совершенно гениальный. И я с ним пять лет ездил по две, по три командировки в месяц. Это было самое мое счастливое время. Я Бурлака любил больше всех своих друзей, потому что он очень крепкий профи, и мы из каждой поездки привозили по три, по четыре материала. Для меня Бурлак был счастье. Кстати, вот и оправдание я написал благодаря ему, потому что он был единственный, кто со мной поехал в эту секту. Я очень бы хотел, чтобы я взял Макса. За это время мы с Максом обзавелись уже э, большим количеством новых детей, какие-то погрязли в семейственном быту. Уже это прежняя наша странническая романтика нас не так влечет. Но я уверен, что Макс бросил бы все, бросил бы фирму свою, он праздники организует, взял бы камеру и поехал бы. И мы бы привезли вот такой фильм из этого полола, но это зависит от вас. Это мы уже поняли, что зависит да. от каждого. А я из вас. еще раз это повторю. Хорошо. Что касательно полола, вот эти же сборники, то есть там с 91-го года, как я слабый смотрю, там мы 2000-х годах Никогда да, за это время, за 20 лет не было, за 30 даже получается, не было желания посвятить целиком, написать книгу путешествия, потому что я пришла, что это вообще первая книга путешествия вашей большой... Ну я же, э, понимаете, я журналист до сих пор. Я езжу довольно много, невзирая на все пандемии. Но только сейчас, конечно, в основном внутри России. И если бы я захотел собрать такую книгу еще в 90-е, она могла бы получиться, пожалуй, еще и более пестрой. Другое дело, что тогда я мотался в основном, как говорится, по Сибири и Дальнему Востоку. А сейчас я мог бы себе позволить там несколько немецких очерков, потому что я там выступал. Мог бы по Америке написать отдельную большую книгу, потому что по Штатам я ездил больше, чем по любой другой стране, ну, кроме, конечно, России. А если это ну, было бы желание, просто счастье, что такое желание возникло в АСТ. А если бы оно раньше у кого-то возникло, ребята, какую книжку я бы вам про Америку написал? Ведь у меня там столько друзей. Я так наблюдал эволюцию. Америка, в отличие от России, за 30 лет прошла невероятный путь. Невозможно сравнить Америку 1994 -го года и 2014 -го. это совершенно разные страны. И вот об этом было бы очень интересно. Это тоже, кстати говоря, я обращаюсь к потенциальному. Если кому-то захочется книгу американских впечатлений, ребята, я вам гарантирую очень интересную. Я сейчас как раз роман дописал и относительно свободен. Поэтому, если у кого-то есть желание, всегда пожалуйста. Роман это речь идет о завершающей об части трилогии да, об истребителе. Да, да. Он посвящен летчикам, советским летчикам 30-х годов. Никита, Не так? Никита, вот черт, я чему он посвящен? Это сказать. Так вот написано кровь. в открытых источниках, что вот он, ну, а Кому он, конечно, алетчик. Он о том, как внезапно, к 1938 году, весь первый отряд героев погиб. Меня просто заинтересовал этот феномен. Почему? Причем от абсолютно разных причин. Понимаете, вот когда одновременно у вас погибают Осипенко и Серов, Чкалов пропадает в совершенно непонятных обстоятельствах Ливаневский. Ну и еще там гибнут десятки менее известных людей, просто гибнут на ровном месте. Естественно, вам хочется понять, почему это происходит. Спасся более-менее один Кокенаки, и то и у меня есть свои гипотезы, почему он спасся. При этом одновременно разворачивается, значит, эпопея Туполевской шарашки, когда Туполева сначала берут, потом он становится главным, по сути дела, конструктором военных самолетов. Хотя он им и был, но просто он стал там гораздо производить, никак не ужасно это звучит. Ну, в общем, атмосфера второй половины 30-х, самого популярного советского периода в мировой историографии, потому что большой террор всех очень интересует, ну, а тут возник некий перекос. Помимо большого террора в это время происходило очень много чего. И вот мне захотелось рассказать про это много чего. В июне это рассказано, с одной стороны, глазами студента, а 1937 год вот глазами одного журналиста, условно говоря, такого Бровмана, хотя Лазарь Бронтман лишь один из прототипов, это «Истребитель», это вообще книга о метафизике, как мне кажется, советской цивилизации, потому что историю советской цивилизации в разное время писали разные люди. Ее писал Синявский, замечательная книга о истории советской цивилизации, ее писал Янов, ее писал по-своему Пайп со своего угла. Это попытка для себя сформулировать, чем была советская цивилизация. И рассмотреть ее в самой экстремальной точке, когда она достигла главной высоты, когда она вышла в стратосферу. И для меня главная цель советской цивилизации была не уничтожить как можно больше народу, не завоевать как можно больше земли. Задача этого Вавилона была построить башню, выйти в стратосферу. Как Инакиев слетел на 15537, цель была достигнута, и можно было эту цивилизацию упразднять. Я уж не говорю о проникновении стратонавтов, которые, правда, погибли на обратном пути, но это... В общем, цель этой цивилизации была космический прорыв. После этого она была не нужна. Вот и все. А почему, кстати, вы говорите советская цивилизация, а не, например, советская империя? Потому что империя не была ее сутью. Империя была ее побочным проектом, продуктом, если хотите, в каком-то смысле. Империя была ее фундаментом. Ну, это была Вавилонская башня, совершенно конкретно. В последнее время очень многие замечательные авторы, в том числе зарубежные фантасты, они обращаются к Вавилонской башне как метафоры. Мне кажется, что вот советская цивилизация, она э, действительно главной своей целью имела построение Вавилонской башни. И она построила ее. И мы живем в обломках этой башни. Согласно легенде, обломки этой башни были, этого зекурата были так огромные, что захватчики обходили их две недели. Вот это А Александр Македонский из обломков зекурата построил цирк. Вот давайте отдавать себе отчет о том, что мы живем среди мы живем в цирке, построенном из обломков зекурата. Это не значит, что зекурат был хороший, что создатели этого зекурата были высоко гуманными людьми. Количество рабов, убитых на строительстве Вавилонской башни, я думаю, исчисляется там шестизначной цифрой. Но мы сейчас же не об этом говорим, мы говорим о том, как соотносится цирк и зекурат. Это интересно. Это третья часть трилогии, так это, называемая и трилогии. Х был Да, Х и Ю. И вот сейчас и трилогия. Случайно получилось. Ну вот, понимаете, если бы что их объединяет, вот что объединяет о трилогии, что объединяет и трилогию если судить... По моим ощущениям, то и трилогию объединяет как большая острота. Это бессознательно получилось. Вот вы помните, у повествователя «Мы» у Замятина было две любовницы – уютное «о» и острая «и». А О-романы, они, если угодно, более округлые, более, так сказать, объектив, объективные. И романы, они острее, гротескнее, как-то они… В них больше фантастики, потому что истребитель ⁇ роман, содержащий очень большое количество фантастических допущений. Я, кстати, вот хочу заранее всем, кто будет там отыскивать фактически неточности, там есть прототипы у каждого героя, совершенно конкретные. Но э, все, что там выдумано, все фамилии, это не более чем намеки на прототип. Это совершенно нереальные люди. Более того, и 15-й, который является фактически главным героем книги, вот этот истребитель, у меня обладает совершенно другими летными характеристиками, тоже возможными. У меня хорошие консультанты, но это совершенно не то. Поэтому, пожалуйста, не ищите там фактических несоответствий. А вы изначально задумываете, вот писать именно три части то есть как трилогию. Нет, о трилогии нет, и трилогия о трилогии была задумана как трилогия с самого начала это было понятно. А вот и трилогия нет, это случайно получилось, и я совершенно никого сказать, не имел этого в виду. Я только знаю совершенно точно одно: что после истребителя я к советскому проекту, к советской истории вообще Возвращаться не буду. Эта тема для меня вот этим романом закрыта. Мне дальше не интересно. То есть я могу упоминать какие-то советские события, но все мои последующие книги будут развиваться вне времени, надеюсь, и вне пространства. Как-то абсолютно... То есть а... это будет не исторически, это будет нет, абсолютно нет, не абсолютно художественным? Нет, вообще исторический, историческим романом я завязал. Это, по сути дела, три трилогии, потому что там... А от, почему три трилогии? Потому что вот, трилогия это вот, оправдание орфографии Астромов. Да, да. Вторая трилогия это Пастерна, как у Джава Маяковский, а, который вышла в Жизели до да, биографическая, ну так как бы биографическая. а третья это Икс и Юнистребитель. Ну, а от, от Мережковского как-то это, да. А потом все хватит. Мне кажется, что с советским периодом русской истории я действительно разобрался для себя. Я же пишу, чтобы разобраться, поэтому дальше я буду говорить о вещах, которые для меня остались непостижимыми. Ну, там феномен Питера Бергмана, это мне интересно. Питер Бергман — это таинственный человек, про которого я не буду пока рассказывать. А -а -а. Если вы наберете в сети «Дело Питера Бергмана», вам все станет понятно. Но это человек из «Сумертона», женщина из «Издален». Это вот таинственные люди, которые проявляются в момент смерти, условно говоря. Вот о них я... Женщина из Издалин ну, вообще самая потрясающая история, которую я знаю. Это женщина, которая колесит по Европе, потом прячется, и всегда требует номер с балконом, чтобы наблюдать а потом погибают при таинственных обстоятельствах очень ужасным образом. Вот эта история, которая меня очень волнует, и я с детьми и школьниками подробно эту историю разбирал. И они навели меня на разгадку, я понял, кто она была. Она, понимаете, ну вот мы сейчас с вами проэкспериментируем. Если так. женщина из Восточной Европы, мы знаем по ее зубам, сохранившимся по эмали, по генам, что она имеет восточноевропейское происхождение, а часть пломб у нее поставлена в Латинской Америке, тоже по сохранившимся зубам, понятно, а при этом она по... По больш... С большой долей вероятности, она еврейка. Родилась она где-то в 30-х. И она неутомимо колесит сначала по Южной Америке, а потом по Европе. Каков может быть род ее занять? Это довольно легко. Дети, во всем случае, сразу поняли, какие у вас будут предположения. Вот это я нет, я вначале, вопрос. когда подумал про то, что а, она евро, э, из Европы. Если она еврейка из Восточной Европы. И она колесит по Латинской Америке и Северной Европе. Вот это очень важно. В начале 70-х. А вы сказали 30-е? Родилась она в а, начале 30-х, 30 а колесит в 70-х и погибает э, в 72-м году. Вот что это за история? Легко предположить, что ну, спионка, это израильская разведка, спионка. которая отслеживает нацистов. Ну, Понимаете, история их. Да. А да, она мстит да, да. за свое европейское, восточноевропейское детство, прошедшее под оккупацией. Она по Латинской Америке, где их было много, и по Северной Европе отслеживает бывших нацистов, и они ее убивают. Вот эта тема безумно интересная. Может быть, это такие действительно мстители, да? Но человек из Саммертона не совсем вписывается в эту историю, а Бергман совсем не вписывается. Поэтому, возможно, что ее историю я буду рассказывать отдельно. Но это человек, который становится, как Гриффитс Уэллса, становится виден в момент смерти. Вот это меня интересует сейчас. Об этом я буду думать, об этом следующий роман. А советской цивилизации, по-моему, все понятно. Вы до этого э, так вскользь бросили фамилию Мережковского. Да. Вот, и а, а, вот и я вспомнил, вот там, ну, понятно, что там есть царство зверя, смерть богов. И вот смерть богов я просто недавно, значит, у папы в шкафу достал первую часть «Юлиан Ступник. Очень хороший. Да. И я решил посмотреть. В продаже его вообще очень давно не было. То есть его когда-то давно опубликовали. И вообще, мне кажется, вот мое ощущение сложилось, человека стороннего, что как-то про Мерешковского подзабыли. То есть когда-то вот его опубликовали чуть-чуть в 90-х. И сейчас он снова куда-то ушел. Это очень хорошо. Почему? Потому что Мережковский – это писатель не для всех. Мережковский вообще главный русский прозаик 20 века, главный писатель Серебряного века. Он и Гринштейн, вот и уже такого русского, советского Серебряного века 70-х. Это два писателя, которые что-то понимали. Ну, то есть понимали-то многие, Набоков понимал, там, Бунин, понимал, но в других областях. Как устроена история, понимали два человека. История и религия. Понимали Мережковский и Гринштейн. Их обоих знают очень мало. И именно поэтому никто не замечает, слава богу, как сильно я от них завишу, как много я от них взял, как я идеи одного и стиль другого, перерабатываю в отрилу. То есть мне как бы важно, чтобы мои источники оставались моей персональной тайной. А вам я могу сказать и тем немногим, кто это смотрит, что да, если вы хотите понимать, как устроен мир, читайте Мережковскую и Гринштейн. Но, слава богу, это трудно, понимаете, это не очень легко. Поэтому мы храним свою тайну. И вот вам к вопросу о запретом плоди На протяжении вот последних 20 лет, что я преподаю, школьникам, студентам, я говорю, никогда не открывайте Розанова, не читайте Розанова, это вредно. Читайте Мережковского, это объяснит вам все. На следующей неделе весь класс говорит цитатами из розанова понимаете, да? С общими глазами и облизывающийся «Вот я!». А Мережковского не открывает никто. Я начинаю уже думать о том, чтобы как-то начать его запрещать. Говорю, сволочи, не открывайте Мережковского. Но, но все равно, понимаете, человек, прочитавший Петра и Алексея, и особенно человек, прочитавший э, Александра Первого, он все поймет про российскую историю но он должен будет продраться через некоторое количество метафизики, ну ничего не происходит. ну пусть читают Рознол, в конце концов это тоже не худший вариант. Говоря про лучшие книги, Галина Юзефович написала, что июнь одна из лучших ваших книг, и если быть точным, лучшая художественная ваша книга, Никита, я вам открою ужасную, да, да. вот. История она же вообще циклами развивается, волнами, да, или волнами или циклами. А никакого отношения к качеству книги никогда не имеет то, что они говорят. Просто вот в какой-то момент вас ругают, 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 ругают. Потом, надоедают ругать, наступает момент, когда вас начинают хвалить. Это далеко не всегда совпадает с хорошей книгой. Это просто книга попала на волну. Да? Дальше вас опять будут ругать. Вот вы увидите, когда вы «Истребитель», истребитель, ну я выждал, я же написал-то его в 2018 году. Я два года ждал, mm -hmm. а, доводил его до ума, вписал туда ли линию, вообще, которую не надо было, наверное, вписывать. Или маньяк я туда вписал, зачем? -то. Бог знает. Я... Веллер мне сказал, что... Ну, я не буду это рассказывать, но это ужасная история. Короче, я вписал, вписал туда историю с Ниной Амираговой, кто знает, тот знает. Ну вот. И когда уже это, значит, вот выждал я немножко, да. все равно его будут ругать. Хотя совершенно, это, в общем, ну, я на одно, одно надеюсь, что он выйдет зимой, когда, может быть, как-то всем будет не до того. Но э, возьмите Пелевина, да, его, значит, ругали, ругали, ругали. Потом случился айфак. Между нами, говоря, самая слабая его книга, при том, что он гениальный писатель. Но ну, даже самая слабая книга «Гения» достойна внимания. Ну вот получился айфак, самое скучный, суконно написано, и на тему совершенно его не волнующих, это искусство современное. И все в восторге, и все упиваются, и все пишут, какая нежная, какая прекрасная, говорит, суконная книга абсолютно. Вот. А потом после этого он пишет виды на гору Фудзи, изумительную, прелестную книгу. И все, да, безделка. То есть важно совпасть вот с этой внутренней волной. Ну, июнь как-то вот с ней совпал. Хотя на самом деле это, ну, наверное, самое простое, что я написал, кроме эвакуатора. Подождем. Я совершенно не хочу задеть мнение Галины Юзефович, просто Галина Юзефович, как и все мы, подвержены действиям вот этих циклов. Поэтому вот увидите, когда выйдет истребитель, она опять напишет, что книга очень неряшливая. Хотя вот про меня она сказала, Быков самый талантливый и самый неряшливый из современных писателей. Я все думаю, что она имеет в виду. Может быть, внешний вид какой-то, может быть, прическу. Потому что насчет неряшливости языка, ну что хотите, ну а это про меня сказать нельзя. Но ладно, пусть будет так, я исхожу из принципа, которому меня научила но на Слепакова, мой литературный учитель. Всякое даяние блага. Сказали про тебя что-нибудь? кланяйся и благодари. <laughs> ну это из категории, что черный пиар тоже пиар и так далее. <laughs> ну даже это не черный пиар. Все добрые намерения. Ну, нет, но намерен. ну, я, вы, ну буду я, вы, знаете, все равно так сказать неряшливый, это лучше. вот если бы она сказала самый талантливый, и самый толстый русский писатель, это было бы уже не очень приятно. А неряшливый бог с ним, я согласен. Я действительно, в общем, поскольку я журналист, ну где мне гламурно выглядеть? У меня одежда должна быть камуфляжные штаны, грубыми, простыми, там я не знаю. Ну согласитесь, что что если бы я пришел к вам таким гламурным утюжином, то это было бы омерзительно. И усы бы еще вот так завивались. Еще усы бы, да, и усы бы, соответственно. И... Но я бреюсь, это вот тот максимум, который я себе позволяю. У меня, знаете, теперь вопрос еще немножко про вас как про писателя, потом я хотел поговорить о вашей поэзии. Помните день, когда пришли впервые с романом? Я не говорю сейчас про имени. вообще вашу первую книгу вы принесли в издательство. Помните день этот? Хорошо, помню. Это было... Я даже вам скажу, почему я хорошо помню. Я ее не в издательство принес. Я ее принес Ольге Новику, редактору отдела прозы а, «Нового мира». И принес я ее Владимиру Новику ее мужу. И, значит, это было... Они пригласили нас в гости. Я взял с собой дискету с романом. Дискета у меня лежала в сумке. И в той же сумке... Еще дискеты были. И в той же сумке лежал большая бутылка заграничная, очень хорошая, дорогого шоколадного ликера, который я им взял. Mm -hmm. Что-то меня толкнуло. Вынь дискету, вынь дискету. Я вынул дискету и приложил ее в карман. И в следующую минуту у меня сперли эту бутылку. Я отвернулся встретить Веллера, который выходил из вагона, оглядываюсь, а, нет бутылки и в результате дискету я донес, а пить нам пришлось вот то, что было у Нойков. То есть роман чудом, чудом дошел до... Ну, конечно, я бы его перекопировал, но важно, что вот это было. А когда я пришел впервые в Агриус с этой книгой, я помню, меня встретили Шубина и Костанян, они тогда работали вместе. Вот, и Костанян человек очень флегматичный. Но мне посмотрел с любопытством. Это был для меня самый большой комплимент. И до сих пор годы работы с Кастаниным, я вспоминаю, с упоением, потому что мне вот, вот только что у нас в прозаике вышел двухтомник советской литературы. Мне, если мне удавалось его удивить, удивить даже одобрение о нем не идет речь. Но это было для меня событием большим. И я должен сказать, что я работал действительно с лучшими редакторами России. Я работал с Шубиной, я и работаю. Я работал с Кастаняном, я работал с Селивановой. Но вот э, диалоги э, с Кастаняном для меня остаются очень значительным событием моей внутренней жизни, потому что он чрезвычайно значительный человек, значительный медленно мыслящий, тяжелый, сложный, но работы с ним, я думаю, что Елена Даниловна не будет этого отрицать, присутствие Кастаняна в нашей жизни было очень важным мобилизующим фактором. Ну и Шубиной, конечно, интересно, хотя я боюсь всегда ее редактуры, но, с другой стороны, люблю. Начнете прозу писать, увидите, как это бывает. Ну, не знаю, пока в планах не было. У меня про ваши планы. Я на вас подписан в Инстаграм. И мне очень нравится ваши... Но ну, мне очень нравятся ваши стихи там. я, тоже. знаете, я мне каждый раз, когда нравится. читаю... Спасибо, Никита. Вот. Пу -пу 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 -пу. Нет, ну, нет, я абсолютно искренне говорю. И да я, жене, ее в Инстаграм нету, я вот читаю вслух, я говорю, что как классно вот человек пишет. Да, неплохо, неплохо. Вот. У меня, знаете, как всегда возникает вопрос. А у вас не было идеи написать поэму? Я специально погуглил, думаю, вдруг у вас была поэма, а я вот дурак скажу, что у вас не было поэмы. Никитош, у меня 12 поэм, понимаете, я всегда считался эпическим поэтом. Я начал с... Ну вот сейчас я имею в виду вот, с, с, написать сейчас поэму, у меня вот леж, такую лежит, актуальную. лежит поэма «Сестра», которую я не хочу печатать, но она лежит. И это... А, нет, я пишу поэмы, конечно, это мое вполне, так сказать, внутренняя, внутренняя установка на эпическую, балладную, фабульную поэму. Это считается каким-то вторым сортом, но это потому что никто не умеет. А на самом деле я очень люблю поэму. Моя поэма-версия была моей некоторое время наверное, визитной карточкой. Поэма Ночные электрички обеспечила мне довольно громкую славу. Поэма Сона Гаморья по впечатлением Житинского, была лучшим моим совершением, так что я э, поэтому я писать больше люблю, потому что это большой, большой объем, и кроме того, вы достигаете того проза поэтического синтеза, о котором мечтал Маркис, о котором мечтал Андрей Белый. Это как бы, как бы стихами, но как бы сюжет. Это я люблю, но просто сейчас немножко не то время, чтобы поэм писать, а так когда-нибудь я к этому вернусь обязательно. Просто если посмотреть даже ваши последние опубликованные книги, то там есть сборник стихов некоторое время назад был, но а, все равно только проза, проза, лекции, вот ну, путешествия. Поэмы надо, надо будет, я сделаю книгу поэм, но пока я как-то не очень меня к этому тянет, понимаете? Я стал писать короче. Это дело не в недостатке времени или недостатке дыхания, а просто... Я заметил, что мои стихи становятся короче. Это потому, что, наверное, времени нам всем остается меньше. Я это как-то подспудно чувствую. До наступления прекрасного будущего Никита осталось очень мало времени. И поэтому сейчас, в общем, нечего рассусоливать. Я прочитал также в Инстаграм прямой речи, Лектория, что Шерлок Холмс похож на Христа а в Лолите есть дьявол. И дьявол, Лолития, допустим... В Лолите не дьявол, а Фауст. Ну, в общем, если угодно, да. Да, Гумберт, фаустианское явление, абсолютно. А его разнообразные покровители, они как бы растусованы по роману, ну, он, безусловно... А, как бы сказать, он ученый, профессионал, который поддается соблазну, служит дьяволу. Да, есть Гретхен Лолита, есть мертвый ребенок. А, вот. а, я, кстати, даже думаю, что Куильти там не дьявол, что Куильти это скорее такой его, ну, как бы, таинственный соперник, персонаж, который появляется периодически. А э, обратите внимание, что ведь фон, Гумберту ему же фантастически везет. Гумберта действительно до какого-то момента все прикрывают, никто не заподозрил. Какой-то покровитель есть. Это всегда так бывает у Фауста. Фауст находится под покровительством бездны, он душу продает, но другое дело, что он расплачивает за это ужасным образом. Но да, это фустианская тема, дьявол там, что называется, в деталях, он растусован, но дьявол совершенно нагляден, скажем, вот в советской истории, когда фаусты все эти, все эти... Ландау, Келдыш, Королев и прочее, все работают на Берию, и он типичный Мефистофель. Из духов отрицания этой всех мини бывал мне в тягость Плут и Весельчак. Вот это Берия. И Берия у меня в истребителе так и называется Меф. Ну, это тоже наша маленькая тайна. Хорошо. и, да. А Шерлок Холмс как, чем напоминает Шерлок Христа? Шерлок Холмс – христологическая фигура абсолютно, потому что все семь узлов, которые с христологическому роману, плутовскому роману, соответственно, у него есть. Он выродок своей семьи, и у него мы знаем только брат на него как-то похож, а остальные всегда он человек без семьи. Рядом с ним не может быть женщины. и Рен Адлер там это остается в мечтах. Он путешествует, он умирает и воскресает. Вот он, Рихенбахский ну, да, да. У него есть глупый друг это Ху Ватсон. У него есть а, враг двойной агент внешний благопристойный человек в Мариарте. А, вещь написана как пародия и пародический жанр основа христологии. Это, это, ну как Евангелие является пародией на Новый Завет. Ветхий Завет, только пародию очень серьезную. И точно так же и по мотивам, вот Холмс очень нагляден, по мотивам христологической книги всегда существует ролевая игра. Это христианская церковь по мотивам Евангелия, это Гамлет, идущий на всех сценах мира, ведь на Бейкер-стрит не было дома 221-Б. А теперь он есть, понимаете? И там музей. И мало того, что там музей, там центр мирового холмсоведения, холмсомании, эта ролевая игра перешла в жизнь. Они построили эту дом, и не было, и он стал. Вот это лишнее доказательство того, что это всегда имеет перформативную функцию. О чем нам сообщает христологический текст, то переходит в реальность. Еще хотелось бы услышать ваше мнение по поводу ряда книг. Дело в том, что к 1 сентября был проведен опрос с книжным сервисом, что нужно в школе проходить, а что не нужно. Уж не знаю, отвечали на него там школьники или кто, но тем не менее результат показательный. Давайте начнем. То есть попрошу вас просто так тезисно прокомментировать, поскольку вы школьный учитель. Учитель. Вот, поэтому, и вас это вдруг коснется, мало ли, это только, знаете, такая, первый звоночек, и программа будет менять. По поводу того, что убрать. Убрать «Войну и мир» Толстого. Ну, не убрать, а идут разговоры заменить «Воскресеньем» как более компактным, или «Анна Каренина» как более привлекательный, любовный роман, все дела. Я бы не возражал Анну Каренину в школе изучать. Она... она же тоже толстая. Нет, она проще для изучения. И, кроме того, понимаете, «Война и мир» — это роман, к которому школьник будет возвращаться на протяжении всей жизни, заставлять его в 16 лет читать такую сложную книгу, не обязательно. Я бы, конечно, оставил, потому что она все-таки объясняет, как Россия выигрывает войны. Но Анна Каренина полезна. Роман. Угу. Дальше. Тихий Дон, Шолохова, тоже убрать. Я бы давал главы. Я и в войне и мире говорю: читайте здесь и здесь, здесь не обязательно. Вот мне кажется, что. Тихий Дон – книга на вырос. Другое дело, что ее писал, это, видно, очень молодой человек, и она не так сложна, и не такая сложная. Ну, герой мечты» между женой и любовницей, и между красными и белыми – нормально. Просто я бы давал из Тихого Дона третий том, «Вершинское восстание». Вот оно, наверное, наиболее важно. Можно, преамбулу можно пересказать. Лагерную прозу, в том числе повесть Один день Ивана Денисовича Солженицына и сборник «Колымские рассказы о Один день Ивана Денисовича входит в программу. А... Это предлагают убрать. Убирать, я не знаю. Можно оставить любой другой рассказ но метод все равно понятен. Нет, я понимаю, здесь суть в том, что хотят, ну, по крайней мере, э, скажем, те, кто принимал участие в вопросе, респонденты, хотят убрать лагерную прозу как таковую. Нет. Я это... могу ошибаться, но Нет, вот. Это это... Нет, во-первых, нельзя убрать. Во-вторых, это и не будет сделано, потому что это слишком большая часть советской истории. Ну как вы уберете э, Шаламова? Его... Может не хотят, чтобы его школьники проходили? Чтобы хотят или были. не хотят, а они все равно это будут читать. Понимаете, я тоже, кстати говоря, очень долго детям Шаламова мягко скажем не рекомендовал. Меня иногда школьники спрашивают: "Назовите самый страшный рассказ русской литературы". прокаженные. На следующий день весь класс читал прокаженные. Я, может быть, этого не хотел бы. Я считаю, что Шаламов это писатель исключительно опасный для молодого сознания. Но а, ничего не поделаешь без, без рисков, как мы знаем из Хогвартса, без рисков волшебника не выучишь. Поэтому, понимаете, уберете вы Шаламова, не уберете вы шаламова на представку или артист лопаты, они будут читать все равно. Но их влечет к этому материалу, потому что это страшно. И они будут это читать. Больше того, я даже думаю, если бы Шаламова запретить и опять, как в 70-е годы, давать на одну ночь, это было бы к лучшему. Ну, ведут, наверное, и Демидова, потому что Демидов, он как-то больше, понимаете, все-таки верит в человеческую жизнь. Демидов — это единственный, кого Шаламов называл порядочным человеком в встречном лагеря. Рассказ «Дубарь» или особенно «Безбирки», я думаю, детям я бы разрешил. Это тоже страшно, но это как-то жизнеутверждающе, в отличие от Шаламова. Но все равно, вот повинить мое слово, школьники в России при всех обстоятельствах будут читать Шаламова, потому что это очень страшно, а они очень падки на этот материал. И лучше, конечно, запретить совсем. Кстати, про Солженицына. Мы вчера общались с Людмилой Улицкой, и она сказала, что архипелаг ГУЛАГ обязательно нужно читать, и что если бы его до 1991 -го года прочитали все, ну, то есть не в самой издате, а вот массово, то тогда бы была, ну, понятно, что если бы не терпит история, но тем не менее, что была бы чуть ли не власть другой, что вот архипелаг ГУЛАГ обязательно нужно всем но читать. Ну, он влияет я прочел в 17 лет, он влияет, конечно. Но особенно влияет, понимаете, вот нам Евгения Вигелянская, наш преподаватель на журфаке, объясняла, как сделан архипелаг, то есть как уложен материал. Эту книгу мог написать только математик потому что необъятный совершенно материал изложен планомерно, компактно, методически, убедительно, и вам, кроме архипелага ГУЛАГ, можно ничего о лагерной системе не читать, небольшой террор конквеста, можно не читать там, ну, то есть можно, но это все равно, все главное я сказал Служницын. И обратите внимание, вот когда после ГУЛАГа, после 1974 года, после его публикации, Успела открыться масса источников. Радикальных корректив в это не внес никто. Вот, скажем, Юлий Грунь, Юрий Грунин, великий поэт лагерный, участник Кенгирского восстания, мне сказал, что я когда прочел Кингир, 40 дней Кингира у Служницына. Я поразился, откуда он все это знал. Ведь я там был, а он не был. Но он материалом владел поразительно. Действительно, архипелаг ГУЛАГ – это энциклопедия лагеря. Во всех, в психологическом, в сексуальном, в историческом. Все, что надо, там сказано о лагерях. Поэтому изучать книгу, как она уложена, просто план изложения материала, это полезно. И я думаю, что его из программы исключить невозможно. И детям полезно это читать. Им полезно читать, на чем держалась Россия на главной духовной скрепе на тюрьме 800 лет. Это очень важно. Солженицын ударил главную скрепу, поэтому ему не могут простить. Поэтому, понимаете, хотим мы или нет, а нет, это никуда не денутся. Да. Хорошо, что теперь добавить? Предлагают, ну, точнее, за что проголосовали. Гарри Поттер. Причем за него больше всего чуть ли не 40%. Ну, видите ли, Гарри Поттера надо изучать в одном аспекте. В аспекте практической магии. Потому что ну, каждый ребенок должен уметь оклюменцию. Хочет он или Надо уметь защищать а своему аскотаже. Ну, кому в меньшей степени. Ну, Аваду Кедавру я не беру. Это, кстати говоря, не всегда работает на экспильармус. Почему нет? То есть изучать Гарри Поттера как пособие по практической защите почему нет? Это очень полезная книга. Она, в общем, она понимает в проблеме, она очень много читала алхимию. Я книжку по алхимии купил в Принстоне за огромные деньги, там, очень древнюю, с колоссальным набором полезных формул. Это полезное чтение, более полезное, чем химия. Понимаете, ведь алхимия, она существует не для того, чтобы получать вещества, а для того, чтобы в процессе их получения, там вещества экзотические, сложные, там какое-нибудь жженое перо совы, набираться важного опыта. Вот э, Роулинг в этом понимает. Гарри Поттер, как квинтэссенция мировой магии, изучать в этом аспекте латынь, химию, да, нужно, конечно. А за Акунина? почему нет полезный роман такой сильно а, сильно актуальный, потому что проблема воспитания, наверное... Я бы добавил к этому еще книгу Гарса Евдокимова «Чучхэ», которая рассказывает о таком же интернате, но в наши дни. Да, это опасно и это полезно. Про воспитание, кстати, тут есть книги «Дом в котором» Мариам Петросян и «Похоронить меня за плинтусом» Павла Санаева. Похоронить ну, меня за плинтусом, почему не почитать? Это хорошая книга о унижении Хабаде детства. Дом, в котором, наверное, будет сложновато. Но дети читают же. Не очень сложная, очень важная книга. Дом, в котором я вообще считаю, что Мариан Петросян написал книгу своей жизни. Почему нет? Другое дело, понимаете, «Дом», в котором там все три тома, и это как «Война и мир». Но и... это опять не, не все осилят. Да, далеко я, не все. я боюсь, что как бы не привить им отвращение к такому чтению. Потому что прочитать «Дом», в котором, в принципе, обязан каждый. Но как пойдет. В списке есть Яхина, Зулиха, «Открывай глаза», и Иванов, географ, «Глобус пропил. Географ — изумительный роман. Я помню, я принес географа домой, и моя дочь, тогда 12-летняя... Его читала ночь напролет. Я услышал в ее комнате какие-то рыдающие звуки, испугался, потому что это она ржала под этим, начитывая <связывая> <связывая> географ. Географ – гениальная книга. Из авторов еще есть, скажем так, русскоговорящих. Светлана Алексеевич «Война не женское лицо». Ну, это куда вы от этого денетесь? Вы знаете, кстати, откуда цитату У «Войны не женское лицо»? Нет, Нет не вспомнил. Это Пролог посвящения к роману Адамовича «Война под крышами». У войны не женское лицо, но все, что я запомнил о войне, это лицо моей матери. А может быть, от Алексеевич дети придут к Адамовичу, прочтут карателей, прочтут «Войну под крышами» и будут что-то понимать. Для меня Адамович из всего чтения, которое вот я помню, был самым большим шоком в жизни, больше Шаламова. Я, ну, два писателя, произвели на меня такое впечатление, что я неделю не мог ни есть, ни пить, ни спать. Это Наумнин с романом «До петушиного крика» и Олеся Адамович с «Я из огненной деревни». Вот просто после этого никакая военная проза не действует. Вот если они от Алексеевича пойдут туда, это будет полезно. Хотя и сама Алексеевич крупный писатель и Нобеля своего совершенно заслужила. Просто этот Нобель всей сверхлитературе, как ее называл всему этому направлению документальной прозы, дан в ее лице Адамович не дожил. Но она всегда отмечает, что она его ученица. И она... три западных книжки, одна такая середина XX века и две современных, Цветы для Элджернона. Цветы для Элджернона необходимая книга, компактная, но она есть еще в виде рассказа. Может быть, рассказ читать. Но это полезный роман. Вообще Киза надо читать всего. И Билли Маллигана надо читать. Киз это великий писатель да, классик. Его надо читать, безусловно. И два современных автора в этом списке были Вторая жизнь У.В. Бакмана и Щегол Донатарт». Щегул, по-моему, абсолютно неинтересное произведение, но если хотят, то пускай. Это просто дань моде такая. Очень профессиональная книга, но вот «Вторая жизнь Уве» там сложнее. Понимаете, «Вторая жизнь Уве» – это, что называется, добрая книга про старичка, который нашел действительно себе друзей. Да, такой старый ворчливый чепурашка, которому вот и он умер примиренным с миром. Эта книга, формально говоря, очень сопливая, слюнявая. но внутри нее содержится такое количество жестоких и циничных наблюдений над природой старости. То есть я все время вижу, как Бакман мне показывает язык. И в этом смысле она полезная книга. Но это, знаете, как у Грина есть такой роман Виноватые звезды. Это, казалось бы, сопливая история о любви двух детей, больных раком. Но вот эта сцена, где они впервые пробуют заняться сексом, прилаживая как-то свои дыхательные аппараты, это так смешно, что это будет гениально абсолютно. У них все получилось но у нее капельница, у него аппарат. И это вот, понимаешь, что нельзя смеяться над этим. Но они имеют право. Поэтому я всем грин рекомендую. И рекомендую вторую жизнью, потому что хотя это ущущу но это жестокое и как бы умное, грамотное усисю, поэтому хрен с ним пусть читают. Привет, последний вопрос. Вы сказали про одного из авторов, у меня сейчас вылетело с головы про кого, что вот это его, пожалуй, главная книга. У вас уже есть главная книга? К ну, к я, я, я ее сейчас пишу. Так всегда говорю. Вообще есть, наверное, «Квартал». «Квартал» — моя главная книга. Вот Елене Шубиной я всегда буду благодарен за то, что эту ни на что не похожую книгу она у меня взяла. И это оказалась самая продаваемая моя книга. Это совершенно не формат. <coughs> это роман, но в форме сборника упражнений. Это моя самая любимая книга, самая важная, которую я написал. И, наверное, вот я могу ее оставить вместо себя. Вот в ней весь я. И хотя в ней всего 500 страниц, но я целиком поместился. И именно вот э, Лене я буду... Что там Лена? Конечно, мы же все-таки более-менее а Лена, вот вам, Лен, большое спасибо. Если бы не вы, этого никто бы не напечатал. А, а теперь, видите, она нам с вами приносит хоть никакую, но, но, но копейку. И в продолжение этих слов: 30 лет АСТ, именинник обычно поздравляют. Что пожелаете юбиляру? Слушайтесь Шубиной. Шубина зря не скажет. Я работаю с ней 25 лет, и все эти 25 лет ее советы как в любви так и в здоровье, так и в гастрономии, так и в человеческом поведении были всегда самыми точными. Вот два у меня таких советчика. Это Ирина Барметова, главред «Октября», и Шубиной. Слушайте Шубину, и все у вас будет хорошо. Дмитрий, спасибо вам большое. Сегодня с нами был писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков.